Приветики! Сегодня у нас погода классная, лютый снег, очень много снега насыпало, и он еще до сих пор идет. Он прям, видите, заметает. Мы с вами идем в лес кормить наших кошечек. Так, ну вон я им покушать положил, я тут расчистил. Ждем. Не знаю, вылезут они. Ой, друзья, снег прям метет. Ну все. Сейчас пойдут они кушать, а мы уходим. Воду отключили, и сейчас идет ржавая вода. Так что пришлось зайти в магазин. Купить воды, вот такую бутылку. Этот у нас гулять не пошел, потому что я вышел, опять дверь открыл. Он вышел, он прям 10 метров прошел и побежал обратно. Типа, не надо мне ходить, я буду спать. Да, Ричи? Дома теплее. Да? Вот. Буду чай пить. Сейчас пока чайничек у меня закипает. Немножечко расскажу. У многих, наверное, дети ходят в школу. Как ребенок должен идти в школу? Ребенок утром должен ваш съедать тарелку гречки с куском, большим куском сливочного масла. Так он будет хорошо учиться, и энергии у него будет достаточно до конца учебного дня. Вы родители, вы должны понимать, что ребенок растет, у него растут внутренние органы. Чтобы ребенок вырос здоровым, сильным, чтобы он не болел, его нужно кормить правильно. Дорогие мои родители, кого интересует, я провожу обучение по правильному питанию. Естественно, самая главная тема – как похудеть. Мужское здоровье тоже. Пожалуйста, обращайтесь. Я диетологией занимаюсь очень давно. Еще с института. И сотрудничал с врачами-эндокринологами, с врачами-диетологами. Замерз, немножко заикаюсь. Вот. Так что вот такая история. Сейчас я буду пить зеленый чай. Я еще не завтракал. Наверное, поем часика через два. Всем счастья, здоровья и хорошего настроения. Дорогие друзья, если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Пожалуйста, не забывайте, что вы можете поддержать канал. Таким образом, у меня будет больше времени и возможности заниматься каналом, убирать заброшенные могилы и снимать больше интересных видео для вас. Если вы хотите со мной пообщаться, все мои контакты в описании и в комментариях. Благодарю за понимание. С уважением, Ильичев Антон.